Приветствую вас. Михаил Борисович, скажите, пожалуйста, а все-таки есть ли совпадение между вторым делом ЮКОСа, сходство некое, и тем делом Ифраше, которое сейчас только что завершилось? Без всякого сомнения, власть демонстрирует нам всем, что она проводит некие прямые аналогии между теми целями, которые она преследовала в деле ЮКОСа, и теми целями, которые она сейчас преследует в деле братьев Навальных. Эти цели, они, в общем, понятны. Продемонстрировать обществу, что любое несогласие с властью будет караться. Как вы думаете, вот взяв фактически в заложники Олега Навального, удастся ли парализовать политическую деятельность Алексея, как я понимаю, именно на это и основной расчет идет? Я находился приблизительно и нахожусь, в общем, в достаточно похожей ситуации. Вообще, взятие заложников – это такая достаточно стандартная процедура для...